В 19 серии турецкого сериала «Невеста из Стамбула» Фарук и Сюрея собираются пойти каждый своим путем, и не намерены делать и шагу назад. В этой ситуации обитатели особняка не собираются стоять в сторонке и смотреть, они приводят в действие игру, которую тщательно спланировали. Слова Гарипа вынуждают Эсму пересмотреть свое мнение о нем. Фарук с одной стороны пытается разгадать, какие шаги предпримет Сюрея, а с другой, старается удержать Адима под своим контролем. Однако Адим подготовил такой план мести, на который никто не осмеливался. Он всех шокирует. 19-я серия выйдет в эфир 6 октября в 20:00 по турецкому времени.